Друзья, всем привет! Важное событие произошло, интересное. Поменялся начальник полиции Киева, он же был замом Национальной полиции Украины в целом, Андрей Крищенко. Он ушел в отставку, назначен новый начальник. И, вы знаете, я хочу рассказать об этом подробнее. Вы, друзья, подписывайтесь на канал, потому что это важная сейчас будет информация, и чем больше людей о ней узнают, тем лучше. Итак, Андрей Крищенко. Познакомился я с ним просто в обстоятельствах экстраординарных и трагических. 14 апреля 2014 года в Горловке, когда толпа во главе с Безлером штурмовала и захватывала Горловское отделение милиции. И Андрей Крищенко его возглавлял тогда и до последнего защищал здание, украинский флаг, не сдавал оружейную. Но, в общем, вел себя мужественно, как настоящий офицер и патриот. Там, в Горловке, я все это фиксировал, все происходящее на фото, видео. Все это очень пригодилось потом, потому что на моем видео был Игорь Безлер, Бес, вы помните. Один из этих подонков-негодяев, о котором важно рассказать, потому что он очень показателен в контексте того, что произошло, откуда вся эта агрессия российская. Кто такой Безлер? Безлер – это человек, который россиянин, который дослужился до подполковника то ли ГРУ, то ли вооруженных сил. Ну, похоже, ГРУ. Человек, который служил в Афганистане и Чечне. Человек, который учился в Академии Дзержинского в Москве. Ну, в общем, вы все поняли. Так вот, этот человек, его представляли как местный ветеран, руководитель похоронной службы. И вот, значит, подняли людей. Интереснейшая история. Вдруг человек, который вот награжден российскими боевыми наградами, служил, воевал, приезжает в Украину, уходит в отставку, где вы думали, даже не на море куда-то едет, а в Горловку. Ну, действительно, это такой, ну, туда все едут пенсионеры, такой морской, свежий воздух и все, в общем, все по классике. Уходит там в отставку и действительно там возглавляет и бюро ритуальных услуг, а самое главное, создает и возглавляет Союз ветеранов-десантников. Ну, дальше вам все понятно. Когда начинаются события в Крыму, едет туда, там в них принимает активное участие, потом возвращается и начинает войну против Украины. То есть это классический российский агент, внедренный заблаговременно за несколько лет, показывает, что Россия давно готовилась и в Крыму, и на Донбассе, и потом запустила всю эту агентуру в работу. И вот я зафиксировал тогда на видео, как Безлер, захватив отделение полиции, начинает раздавать приказания, представляется подполковником российской армии. И это потом стало важным доказательством того, что все, что происходит на Донбассе, в этом есть не просто рука России, а их прямое непосредственное участие. Посмотрите на видео. Понял. Все, давай, пойдемте. Все. Нам выходные. Мирно! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Подполковник! Чего? Подполковник российской армии! Подполковник! Здравия желаю! Здравия желаю, товарищ полковник! Смотрите, с этого момента, с этой минуты, начальником УВД города Горловки назначается Шульженко Александр Федорович. Все его распоряжения выполняются беспрекословно. На данный момент ваша задача вывести сотрудников милиции, здесь нормальные, лояльные люди, вывести спокойно из той обстановки, я там буду, выводите сюда. Ваша задача — охрана общественного порядка, недопущение мародерства, поняли, да? Недопущение несанкционированных захватов зданий. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгиевскую ленточку на правый погон. А лента есть наличие? Господа, вопрос с лентами пока не решен. Почему у вас нет? Потому что я со Славянска сюда выбирался через кордон. Сами понимаете. И кто нас слушает? А мы знаем, кто уже... Будут слушать. Я представился, вот мои документы. Пожалуйста.
В общем, вы видели все своими глазами. Безлер вместе с несколькими диверсантами, такими же, как и он, и несколькими сотнями местного люмпена, собранного им, захватил отделение полиции. Полиция, собственно говоря, в своей большей части не сопротивлялась. Как вы видели, выстроилась под него полностью. А вот Андрей Крищенко и еще несколько офицеров, Герман Приступа, они боролись до конца. Именно Приступа увозят на машине после тех событий. В общем, Крищенко вывели из отделения полиции, вели по коридору. Ему реально там грозила казнь Линча. К счастью, все обошлось. И вот и эта ситуация, это видео показало на самом деле многим тогда, что же реально происходит на Донбассе. Дальше Горловку ждали ужасные события. 17 апреля уже там был убит Владимир Рыбак и киевский студент Поправка за украинский флаг, за то, что боролись там за Украину. Им просто вспороли животы и выбросили. В общем, как ужасное. Ну, даже слов, в общем, нет, чтобы это все описать. Вот эти подонки и убийцы, безлеры и прочие представители русского мира. Дальше я познакомил Андрея Крищенко с Петром Порошенко. Он возглавил Славянскую военно-гражданскую администрацию, потом возглавил милицию Харькова, потом уже полицию Киева, стал заместителем главы национальной полиции. Порядочный офицер. Спасибо за службу, Андрей. И интересно вообще, что сейчас происходит в силовых структурах. Оттуда массово, там какие-то массовые зачистки, вы это видите. И служба внешней разведки, и СБУ, где поменено 3 заместителя, и вооруженные силы. И вот сейчас мы видим, после отставки Авакова в МВД, серьезнейшие уходят уже не 3 замминистра, начальник полиции Киева. Я так понимаю, что качают кресло под руководителем национальной полиции. В общем, все это неспроста. Свое влияние очень серьезно усиливает Андрей Ермак. А этому человеку я не верю от слова вообще. И когда увольняют таких людей, например, как заместитель генерального прокурора Гюндус Мамедов, еще один порядочнейший человек и профессиональнейший человек, который продвигает дела против России в Гааге и делает много другого важного и необходимого, то у меня большие сомнения, что же будет дальше? Не готовится ли разворот нашей страны и сдача ее интересов? Поэтому, друзья, давайте объединяться. Уже нас собирается очень серьезная группа друзей Гончаренко. Я оставлю в описании к видео ссылку. Присоединяйтесь к нам. Держим строй.